А теперь к данным по коронавирусу. За сутки в Тюменской области 54 новых случая, выздоровел 51 пациент. За весь период в регионе более 37 тысяч заболевших. В России впервые с начала марта за сутки свыше 11 тысяч положительных тестов. Это почти на 12,5% больше, чем сутками ранее. Выздоровели чуть более 10 тысяч человек.